kompānijas vadītājs, te ir no šodienas reprezentantiem ir centrālā persona, tautas frontes veterāns, nacionālos jautājumos šobrīd ļoti aktīvs cilvēks, kas uzkrājas pieredzi, kāda cirkulē idejas un šobrīd internetā Edvards Šnepsts ir Romāls Ražuks un Mitijs Sāvins, kas ir atkal pavisam citi spēki, kas ir krievu nacionāli spēki, kas ir ļoti lojāli Latvijai un daudz nacionālāk noskaņot nekā mēs paši latvieši. Tā kā vakar gaita vairāk ir domāt, lai atrastu konsensusu Latvijā kā nacionālas valsts veidošanā ar krievu sabiedrību un meklētu, kā pārliecināt un atrast kopēju bāzi, tad darbu valoda būs krievu valodā. Un es gribēju prezentēt, ka pie mums galerijā 10 gadus mēs esam, kā Pievīt Baltijskie kanāls, citi nosauc, ka pēdējā vieta, kur ir bez cenzūras, bez kādas valsts propagandas, što nas pasļēdņie miesta, kde mēždu saboj, gavarēt, krājņie настроенные силы и находят общий язык вот до выбора господин Соколов, и, который представляет русскую общину очень в традиционном плане. Тут с партией Каменьша беседовал, и все партии могут, как такая политическая лаборатория, находить какие-то общие позиции. И сегодняшняя тема – это как столетие Латвии, но Tautas Frontes ветераны, которые мне лично хотелось бы как упрек, что самоликвидация была. Я ни разу не помню в истории политики, чтобы кто-то ликвидировался и отдал власть. Но тут самое общинное общественное движение, которое под своим крылом собрало почти весь народ, самоликвидировался. И у нас как цикл дискуссий и лекций, как Ленин говорил, полшага назад, два вперед. И пересмотреть вот это первая тема, это национальный вопрос и многонациональном государстве. И ну, теперь есть новые тренды, как мы тоже здесь такой Евроклуб основали, и там основной вывод был, на котором можно строить и будущее национальное государство, что договариваться с русской общиной, которая как почти половина, должна быть общий базис, но доказать, что вот латышский язык – это гарант национальной безопасности. И чтобы не было крымского сценария и так далее, это и защита русского населения, которое настроено на европейские ценности. И здесь очень благополучно развивается, и искать в этом никто особо не хочет и говорить об этом открыто. Поэтому у партии есть нужды электората, и все кривят настоящими своими взглядами. А господин Шнепс сегодня решил свои взгляды уже более оформлены с нами поделиться, и порядок вечера, что он сперва как доклад на 15-20 минут, и потом свободный вопросы из зала. И в конце опять, если вы сформировали тоже мнение на следующее собрание и клуб, какие темы, кто из лекторов тоже готов выступить, и в качестве оппонентов и некой группы поддержки, то вот господин Савин и Роналдс Ражукс. Теперь, как ведущий вечер, тоже слово Эдварду. Вот нет, вот.
Labvakar, godātie kungi un dāmas. Es ļoti pateicīgs, ka jūs atnācat šodien. Man jāatvainojas tautiešu priekšā, ka šodien mēs runāsim krieviski, jo man nav domās šodien piespiest citautiešu runāt mūsu valodā, bet viņam saprotamu valodā izskaidrot mūsu problēmas. Un es gribētu palīdzot ar jūsu jautājumiem, izskaidrot šito problēmu ciklē iespējams līdz galam. Jo tā apspiešana mūsu sabiedrībā aizvilkās kaut kā. Tā, kā tā, kā mums teica, pēc manas runas jūs varat uzdot visus jautājumus, kam kādi jau, pēc tam uzstāsies. Tie oponenti. Un tā kā mums atļauj šeit paturēties cik gribam, ja uzdevus jautājumu, cerēšu, ka uz visiem varēsim atbildēt. Un tātad sāksim. И так, дамы и господа, начать я хочу с страшного откровения. Мир жесток и суров, и самое жестокое животное на свете – это человек. Я вижу, вас не удивил, есть надежда, что все остальное вы тоже поймете. Но еще более жестокий мир был в прежние годы и века. Это сейчас человек стал более гуманным, завел красную книгу, записывает туда и травинки, и деревья, и букашек, и носорогов, понимая, что если какой-то вид вымрет, восстановить его невозможно. Правда, ученые обещают генетики, но это пока только выглядит очень туманно. Но венец природы на Земле – это человек. Высшее его достижение – это человеческая культура. Мировая культура состоит из множества национальных культур. И в основе каждой – национальный язык. Исчезнет язык – исчезнет культура. И уже никакие генетики никогда не помогут это восстановить. И мировая культура станет беднее. Ученые обещают, что еще в этом столетии половина национальных языков на Земле исчезнут. А это около 3000. Всего 200 языков в мире имеют более 1 миллиона носителей. И один из них латышский. Поэтому вывод простой. Любая национальная культура является ценной составной частью мировой культуры и заслуживает сохранения и дальнейшего развития. Есть много, целые тома диссертаций, описывающих способы, как сохранить исчезающие языки и культуры. Но все они практически описывают те народы, которые находятся на грани исчезновения, те языки и культуры, которые нужно поддержать, и описывают, как поддержать, чтобы они совсем не исчезли, чтобы ими пользовались хотя бы в быту, и чтобы было кому удержать фольклор, национальные традиции и поверить об этом миру. Латышский язык находится несколько в другом положении. Он не находится на стадии исчезновения. Более того, в результате всей нашей истории нам так повезло, что латышский язык достаточно развит, чтобы выполнять функции государственного языка. Но в этом своем статусе он находится под угрозой. Сейчас ученые разные, по-разному оценивают
классификацию исчезновения языков. Кто считает? 4 стадии, кто 10? Во времена создания Народного фронта, я помню, было 6, которыми фигурировали. Причем на последней, 6-й стадии исчезновения находятся, некоторые будут удивлены, белорусские. Огромный народ, своя государственность, но язык в однонациональных семьях в быту не применяется. Люди говорят в быту на неродном языке. Это тогда считалось последней стадией его исчезновения. И уже не знаю, что поможет, если не изменится политическая ситуация в Беларуси, не изменится отношение к языку, а это опять-таки будет борьба за то, чтобы он сохранился и развивался. Ведь чтобы язык гарантированно вышел, он должен использоваться на всей территории какой-то автономии или государства. И во всех сферах жизни. Без опасности вытеснения. Тут я хочу остановиться на одном аспекте, который у нас мало был освещен где-то в прессе. Ведь на одной территории полноценно развивать несколько национальных культур невозможно. Человек ведь устроен как? Открыв рот, он не может произнести слово хотя бы на двух языках, тем более на нескольких. Каждый раз выбирает один. И тут не надо быть всем пядей во лбу, чтобы не понять, что в результате такого выбора рано или поздно приоритет получит более распространенный язык. И остальные будут выходить на дальний план. В идеале у каждого языка должна быть государственность или автономия, где он во всех сферах жизни, от семьи до высшего образования, науки и государственного управления, будет практически использоваться и развиваться в ногу со временем, обогащаясь новыми терминами по степени развития науки, обогащаясь от других языков. Но это возможно только в том случае, если культура и язык уже достаточно развиты для того, чтобы выполнять эту функцию. Латышскому языку, как я говорил, повезло, он в состоянии выполнять эту функцию. Но, тем не менее, на момент создания Народного фронта он находился на 4-й стадии исчезновения. Вытеснялся из науки и госуправления. Тут я могу вспомнить такой случай. Накануне создания Народного фронта, а вы знаете, инициаторами выступили, извините, инициаторами выступили руководители творческих союзов, не последние люди среди латышской интеллигенции. Они без затруднений составили проект первой программы Народного фронта, которая еще там была в составе СССР, автономия, культура и прочее. Но вариант программы на латышском языке у них вызвал некоторые затруднения. Ибо язык уже начал атрофироваться в некоторых конкретных областях. Им пришлось привлекать специалистов, может быть, даже вырабатывать новые термины и обороты. Вот это результат нашего пребывания в составе Советского Союза. Наша ситуация уникальна чем? Что ни в одном национальном государстве никогда у населения не возникает сомнений в том, что можно погружаться в местную языковую среду. Только в Латвии, только люди, себя называющие русскоязычными, кстати, независимо от своей истинной национальности, этого никак не могут понять. Причем те же люди, оказавшись в нормальном европейском государстве, моментально
понимают эту проблему. Ведь от того, насколько он интегрирован в местную языковую среду, от этого зависит, насколько он может реализовать свои права, реализовать свой потенциал. Погружение в языковую среду – это право человека, это не нарушение его прав, это его преимущество. Из-за того, что государство устранилось от дискуссий с людьми других национальностей, которые не интегрированы еще в эту среду. Инициативу переняли враждебные государству силы, и очень многих людей ввели в заблуждение. Главное заблуждение было – это вопрос, поставленный на референдуме. Я был в шоке, когда я первый раз это увидел. Ну какой нормальный человек, считающий себя русским, поставит «нет» родному языку в бюллетене? Но ведь на самом деле он голосовал «нет» обязанности изучать и использовать латышский. Рядовой гражданин не обязан знать и использовать все государственные языки. Как только появляется второй официальный, у него есть выбор. И то, что происходило во время советской оккупации, продолжится. Некоторые люди до сих пор этого не поняли и обижаются, почему нет второго государственного. Как я говорил, две культуры на одной территории, не разделенной на автономии, полноценно, автономно развиваться не могут. Но если есть где-то в мире государство или автономия у какой-то нации, то и люди, живущие этой национальности, живущие не в своей среде, могут иметь, как я называю, культурную подпитку из государства, в котором создан приоритет для определенной национальной культуры. И у него есть все возможности сохранить свою национальную идентичность. Только нужно понять простые вещи. Проживая в своем национальном государстве или не в своем, как в Одессе говорят, две большие разницы. Для того, чтобы сохранить свою идентичность, живя не на родине предков, нужно самому приложить дополнительные усилия. Это простая мысль. Очень трудно понять людям, которые неожиданно для себя оказались как бы за границей, и которых мощно обрабатывает пропаганда проимперская, да еще в смеси с просоветской, но это я могу понять их состояние. Почему-то еще со времен Народного фронта повелось не встревать в дискуссии по всем реформам и по всем вопросам с противниками государственности. Ну, на первом этапе это, конечно, было правильно. Сколько можно было все это оспаривать по мелочам. Но когда у нас появилось свое независимое государство, работать с населением, еще не интегрированным, государство было обязано, а не отдавать всю русскую прессу на откуп. Ну, я бы сказал, Кремлю, наверное, теперь уже, в конечном итоге. Да ладно еще просто Кремлю. Путинскому. Что касается России. Я вам прочитаю, что Россия для нас – это самый близкий, самый понятный, самый и ментально близкий, не только географически, и самый выгодный партнер будет, когда сменится. Коротко подведу такой итог. Любая национальная культура является ценной составной частью мировой культуры и заслуживает сохранения дальнейшего развития. Можно ли спорить с этим тезисом? Основой любой национальной культуры является язык. Фактически равного хождения разных национальных языков на одной, неразделенной на автономии территории, не бывает, какие бы законы о равноправии языков не принимались.
или всех притесняет и растворяет наиболее распространенный, или административными мерами защищается язык малый. Или, как в Швейцарии, разнонациональные кантоны. Или, как в Финляндии, два языка, но никто не оспаривает, что главный там финский. И принят этот закон о двуязычии был чисто символически. Благодарность финской части населения, шведской части населения Финляндии за поддержку независимости от России. Практического значения этот закон о двуязычии в их обстоятельствах не имеет никакого. Это только лишняя головная боль для госслужащих, которые должны вести всю документацию на двух языках на всей территории государства. Потому что шведский не угрожает финскому, и сам шведский не находится под угрозой исчезновения. Рядом Швеция, где культура развивается полноценно, ибо шведские общины в Финляндии маленькие, естественно, свою собственную культуру развивать они не могли, они только поддерживают. В идеале у каждой нации должно быть свое национальное государство или автономия с полноценным использованием своего языка во всех сферах жизни, на всей территории, если язык, культура и численность позволяют это осуществить. Только тогда появляется гарантия сохранения и развития языка на века. Необходимость интегрироваться в языковую среду страны проживания не является нарушением прав, а является приобретением способности реализовать свои права и потенциал. Если не интегрируясь в местную языковую среду, человек не испытывает языкового дискомфорта, это значит, что дискомфорт испытывают аборигены, извините за выражение, я упрощаю. Это нужно понимать. Это только при колонизации, при завоевании государства навязывает свой язык, при цивилизованном переселении. Человек готов погрузиться в язык страны, в которую переселяется. Советский режим это понимание у людей вывел. Проживание вне своего национального государства и автономии требует от человека дополнительных усилий для сохранения своей идентичности. Помогает в этом культурная подпитка из соответствующих национальных государств. Нужно много сказать о функциях языка. Ученые определяют около 20 функций языка государственного. Как я уже говорил, латышский язык не находится на стадии исчезновения, но он требует дополнительной защиты для того, чтобы вернуть себе не только официальный статус, но и фактическое положение языка государственного. Прошло 30 лет. До сих пор ведутся об этом споры. Не пора ли их уж заканчивать? Потому что все ответы есть. Все реформы. У меня много претензий к латвийскому государству, к правительству. Но все реформы относительно языка проводятся в правильном направлении. Все нужные законы фактически уже приняты и находятся на стадии реализации. И никто от этого не умер, и небо на землю не падает. Когда начнут выходить из школ первые выпускники школ национальных общин, получившие полное образование на латышском языке с параллельным изучением своего языка, люди, владеющие государственным языком на уровне родного и наряду с родным, тогда начнут отпадать необходимость в функциях языковых комиссий. И незачем будет раздражать общество по мелочам. Тогда начнет и образовываться из нашего многонационального народа политическая нация. Упадут барьеры. Я понимаю, насколько это важно. Просто на собственном примере. При всей моей политической активности в прошлом, при всем понимании этих проблем, дай мне сейчас два одинаковых текста на русском и латышском,
для скорости и быстрого восприятия я предпочту на русском. Именно потому, что на латышском языке никогда в жизни не учился. Насколько это важно, чтобы будущие поколения не были в таком положении, когда информационное пространство, оно будет одно. Пусть останутся разные политические взгляды, пусть будут даже противники латвийской государственности, но разговаривая на одном языке, мы будем понимать их, а не нас. И это архиважно. Сейчас у нас население держится на 4 категории. Значит, просто, так сказать, патриоты, это понятно. А среди противников есть люди убежденные, фанатики, империи, может быть, даже коммунистического выбора. Их надо просто, их сопротивление надо просто преодолеть. Есть люди, которые выбрали такую нишу для своей карьеры, для своего благополучия, и понимая ложность своей позиции, они действуют на этой платформе. А есть люди, еще не разобравшиеся и до сих пор не разобравшиеся, с ними можно работать. Их можно, им можно объяснить, их можно успокоить. Почему государство этого не делало 30 лет, мне странно. Перед нашим государством стоит много, очень много разных проблем. Мое такое мнение, что с проблемой восстановления языковой среды, со скандалами вокруг ее, с этой борьбой пора заканчивать. Надо браться за решение других, более насущных. У нас и бизнес развивается плохо, и бюрократия развивается хорошо, что не очень хорошо для нас. Монопольное положение, монопольный сговор аптечных сетей вообще изводят население с этими ценами, страшно заходить в аптеки. У нас много подобных проблем. А межнациональная проблема – это не проблема, это недопонимание. Если есть какие-то вопросы, у меня такое впечатление, что на все их можно ответить. Слушаю вас. У меня один вопрос. Вот 30 лет прошло, а государственный язык латышский не восстановили. Вот почему мы придерживаемся советском, закону о государственном языке? Латвийский государственный язык, который был в силе до 40-го года, он не запрещал ни русских, ни немецких языков использовать. Но был один государственный язык, где было 13 статей. А восстановили мы Латвийские социалистические республики закон с изменением в 1993 году. И там 26 статей. И поэтому это все так получается. Второй вопрос, который мне сейчас возник, послушал. Есть государство, есть правительство. Так вот этот вопрос путает наше телевидение, наше радио, наши писатели в газетах. Что такое государство и правительство? Отвечать, когда кредиты надо брать, когда надо получать европейские деньги, тогда правительство получает. А когда отчитываться надо, тогда отчитываемся мы, народ. Народ – вторая статья Конституции. Конституция нарушается. Вот сейчас избрали 13-й сайм. 13 или 14-й? В 40-м году было 5-й сайм выбирали. Что, два раза выбирали 5-й сайм? Значит, 14-й я тоже не имею. Как-то математика не все. А языки, если взять по старому, по латвийскому государственному языку, не было проблем. В советское время не было проблем с языками. Я вот, знаете, помню, солист был Гурий Антипов. В 1938 году в Губино был день песен русских хоров Прибалтики.
Его не использовали. Так, второе, что я еще хочу сказать. Есть такой закон о подданстве и гражданстве. Ребенок может быть гражданином, но никак не может. Он же несовершеннолетний и недееспособный. А у нас это специально путается. По-моему, те, которые у власти остались, та же партийная номенклатура, я ее большевиками называю, потому что они не коммунисты, ни в советское время, ни сейчас, они просто большевики. Это номенклатура, которая держит в руках всю власть, денежную власть, которые деньги вывозили вагонами через рынок. Я как раз пострадал от этого, что я там вмешивался. Поэтому я думаю, что очень запросто, если мы сейчас взяли бы нашу соответственность и посмотрели, как выполняется соответственность, основной закон Конституции. И насколько мы ее изменили, я не знаю. Мы сейчас новые, будем потрошить новую шайму и будем готовиться к неочередным выборам. Насчет языков. Значит, у меня дядя работал в университете, он владел 9 языками. Ни русский язык, нету помеха. Я как инженер считаю, что любой инженер должен знать русский и немецкий. Это два технических языка. Если он там художник, слово худо, значит французы. Певцы, это итальянцы. Язык это украшает человека, это богатство. А мы сейчас применяем какой-то хрень, его знает откуда, они вытащили это Советский Социалистический Республик закон. Ну, посмотрите, законы сравнивайте. Ну, я не знаю, мне в сумке есть с тобой или нет. Но там 13 сетей. Можно? Да, пожалуйста. На месте патриотов языка, если они действительно патриоты, если они здравомыслящие люди, нужно бороться не против глубокого изучения языка латышского, а за возможность глубже изучать свои родные языки. Ведь речь идет не только о русском. У нас все языки родные, все имеют право на свой родной язык. И нужно бороться, действительно, может быть, и у государства требовать больше возможности изучать родные языки. Но не ставить под сомнение необходимость иметь образование на русском. Зачем государству, любому, то не только латвийскому, специалисты, допустим, с высшим образованием, которые свою квалификацию не могут применить на государственном языке? Вот здесь и начинается притеснение языка как государственного. Вот когда это поймет все общество. Закон, дело здесь не в законе, а в менталитете, который пришел к нам за 50 лет советской власти. Когда менталитет был другой, пусть имперский, но царский, тот, ни у кого не было сомнений, что здесь Латвия. Знаете, завоеватели немцы принесли сюда письменность. Завоеватели шведы стали распространять сюда свой закон о всеобщем образовании. Хотя в России народники, это только в 19 веке, стали распространять сами, частным образом. В царское время Латвия была одним из экономических центров. Первый российский автомобиль был изготовлен в Риге. А что мы знаем о Швеции? Что там Ленин в болотах прятался и флот в порту стоял. Российский. Все. И что через 50 лет? Нам до Финляндии как до Луны. Наши рынки в распределении, в мировом распределении труда, мы свое место потеряли. Помните эту историю о нашем масле к столу английской королей? Потеряли. И ничего не приобрели. Приобрели промышленность, которая ориентирована на общие нужды закрытого советского народного хозяйства. Ну ладно, я уже отвлекаюсь, дело сегодня не в этом. Чем Латвии еще не повезло? Секундочку, был вопрос.
тем, что третью армаду поддержала национальная коммунистическая номенклатура. Это и хорошо. Мы обошлись без крови, без насилия. Но теперь это и плохо. Вся система контроля над обществом, отношение к людям, все это было перенесено на новый строй капитализма. Если, допустим, в Англии, там тоже непорядок, там нету сплошной системы законодательства. Между разными законами есть просветы, в которые попал, и можешь без контроля государства разбогатеть. Но разбогатев, ты начинаешь платить налоги. Здесь прихватывают так, вот у меня был предприниматель на заре, так сказать, антисоветской власти, еще в Дагутуце, который мне просто объяснял, если система устроена так, это уже при независимом государстве, что если возьмешь кредит, откроешь бизнес, заплатишь все налоги, будешь оплачивать, рассчитывать за кредит, ты останешься обязательно в минусе. Так жить нельзя, и до сих пор мы бизнес держим в жировых рукавицах. Отсюда и не хватает денег на социалку. Опять-таки, проблема языка. Она многое тормозит. Из-за того, что за каждой социальной проблемой, за каждой партией, за каждой группой, которая поднимает социальные вопросы, наш избиратель уже видит уши Кремля. Потому что как оседлали интерфронтицы социальную проблему, так социал-демократические партии у нас не пользуются популярностью. В результате и политика государства перекошена. Потому что на каждых выборах мы боремся за независимость. Лишь бы не проголосовать за что-то такое, что угрожает государству. Остальное уже не так важно. От этого и на правом фланге конструктивизма мало. Недавно что Фрейберг сказала? В Делфи была ее статья, интервью, что Латвию захватили несколько экономических группировок, и народ Латвии с ними справиться не может. Это именно потому, что он все еще продолжает бороться с независимостью, остальное не важно. Если уйдет на задний план эта проблема, мы будем решать наши остальные проблемы. Вы говорите, претензии государству. Совершенно правы. Но с другой стороны, а сколько человек участвует в выборах? А сколько человек участвует в наших многочисленных партиях? Что-то должно произойти. Надо же как-то работать активным людям, наверное. Ну, грубо говоря, нужна четвертая армия. Я лично рассматриваю эти 30 лет как переходный период. Добились независимости. Получилось независимое государство. Вступили в НАТО, в ЕС. Нужен следующий этап. Народ немножко устал, разочаровался. Но когда-нибудь, наверное, ему это надоест. Нужно опять получать какое-то большинство. Чтобы справиться с номенклатурой, должно прийти новое поколение политиков. И по-новому руководить этим государством. Может быть, уже и пора. Я очень извиняюсь, но, на мой взгляд, главная ошибка... Представьтесь, пожалуйста. Павел Васкин, полукровка, полурусский, полулатыш, ну, русскоязычный поэт, программист 1С. Гражданин Латвии. Я хотел сказать, что, на мой взгляд, главная ошибка в конфронтационности. То есть, мне кажется, конфронтация между русскими и латышскими общенациональными общинами – это большая ошибка. И что получается? Убегая от красного тоталитаризма, латвийскую политику провокационно вгоняют чуть ли не в коричневый. Да? И если мы в демократическом государстве, то, простите, искусственно менять национальный состав
это тот самый тоталитаризм коричневый. Все, спасибо. Ну вот видите, я не стал читать. Нет, народ не виноват. Вот народ не виноват, в каком он процентном составе оказался на момент объявления независимости, понимаете? Я не стал читать свою заготовленную речь, но как раз из нее и ваш вопрос. Это очень хорошо, спасибо вам. Народ действительно не виноват. Переселенцы послевоенного периода – это такие же жертвы коммунистического режима, как и местные жители. Их называют колонистами. Ну какие они колонисты? Отчасти они выполняли функцию колонистов. Несли идеологию, менталитет, какую-то гарантию для советской власти, что часть населения более подкованная, так сказать, и уже воспитанная. Но они же не создавали здесь своих капиталов, не сохраняли возможность вернуться состоятельными людьми на родину предков и жить, как это в обычных колониях. Люди действительно не виноваты. Это их тоже беда. Но самое главное, переселяясь в Латвию, они не осознавали, что переселяются в другую национальную, на другую национальную территорию, в другое фактически государство. В этом их, как говорится, молчаливо убедила советская власть. Кстати, в Литве была совсем другая ситуация. Не хочу распространяться, но исторически так сложилось, что менталитет, особенный менталитет латышей, плюс произошедшее при советской власти искажение привели к этой ситуации. Например, в Литве, ну, как анекдот, могут встретиться где-нибудь в троллейбусе, передать друг другу там деньги на билет два человека, переговорить на пару слов на литовском, разойтись и не понять, что они оба не литовцы. В Латвии в такой же ситуации два человека могут поговорить по-русски и не понять, что они оба латыши. То есть, как раньше говорили, я не проверял эту цифру, говорят, в советское время промышленность в Латвии увеличилась по сравнению с довоенной в 51 раз. Хотя Латвия до войны была на уровне европейском. Чисто жизненный уровень в предвоенной Германии был ниже, чем в Латвии. Германия готовилась к войне, Латвия не готовилась. И у нее были все перспективы развиваться. Но тем не менее, для советской экономики в 51 раз здесь подняли промышленность, используя более квалифицированную рабочую силу в основе, порты, коммуникации, удобное расположение. Работало все на привозе сырья и на вывозе продукции. Оставались отходы и люди. Рабочую силу тоже привозили. Демократически, а не подаваться сверху государством. То есть государство как бы должно. Государство не должно это так сильно коррелировать. Иначе это не демократия. Очень хорошее замечание. Вопрос государством о национальности, о национальной принадлежности не ставится вообще. Каждый может иметь любую национальность, выбрать ее сам, если не просто по наследству. И культивировать в себе язык и культуру. Ставится вопрос о том, что независимо от национальности, в идеале все должны владеть государственным языком на уровне родного. И свою квалификацию применить среди государственного языка. Только это. Никакой чистоты крови, никаких национальных различий. В латвийских законах нету ни одного пункта, где сказано, что такие-то права латышам, а такие людям других национальностей. А как же преамбула? Очень хороший вопрос. Тоже из моей речи. И кто ее? Как хорошо было по себе прочитал, но это было скучно. И кто ее написал? Что за фамилия? Разве это латышская Левиц? Ни Берзинш, ни Озвалдс, ни Петерсонс. А Левиц — это кто такой вообще? И преамбула? Как я вам благодарен. Вы просто не представляете. Так, значит.
Значит, где у меня было преамбула? 6 секунд, словно короче. Я ее текст вам. Не весь, а кусочек. Вы ищете, в Германии до 1933 года тоже не говорилось ни о каких привилегиях для немцев и отсечении каких-то других людей по признаку крови, а потом появилось. Читаем. В преамбуле Сакмерсе сказано, в кавычках, латвийское государство, тут пропускаю немножко, создано, чтобы гарантировать существование и развитие латышской нации, ее языка и культуры на протяжении веков. Обеспечить свободу всего народа и каждого человека в Латвии и способствовать благосостоянию. Кавычки закрываются. Дальше мой написанный текст. Эта строка, как и вся система латвийского законодательства, говорит лишь о приоритете латышского языка и культуры как гарантии сохранения латышской нации. Язык и культура. А обеспечить свободу и способствовать благосостоянию обещает для всего народа. Никаких ограничений или преимуществ в зависимости от национальности в законодательстве Латвии нет и быть не может. Понимаете? Я вам прям преамбулу говорю. Культура и язык защищается. Но не люди этой культуры и этого языка. Пространство защищается. Но не люди. Не чистота крови. Не приоритет коренной нации. А язык и культура. Все остальное зависит от знаний этого языка. Ну, культура это же дело у каждого своя. Культура похожа. И ну, у русского языка. Это понятно. И у латышей похожа. И у всех есть. Когда-то мы все были братьями. Все правильно. И это подтверждает даже то, какие знаки у нас в памяти. Я знак чуть, солнца. Чуть не соврал. Вы меня должны простить. Допустим. Одно отличие есть. Приоритет для латышей. Это правда. На этой территории, да. Это правда. Прямо в законе написано, что латыши, проживающие за границей, имеют приоритетное право и облегченный порядок переселения в Латвию. Вот если он этнический латыш, он из любой точки планеты может переселиться в Латвию сразу и получить вид на жительство, не паспорт. До 25 лет ему даже язык давать не надо будет, после 25 надо, насколько я знаю. Но это не назовете ли... Кстати, национализм. Национализм – это национальное самосознание, и с фашизмом, нацизмом путать нельзя. Это чувство принадлежности к своей нации, чувство необходимости сохранять эту культуру и язык. Национализм может рассматриваться как преступление, как что-то негативное, только в глазах империи. Потому что это мощный организующий фактор, который может империю развалить. Но если это просто цивилизованный национализм, он не предусматривает разницы в правах людей, никакой дискриминации других людей. Почему-то требование знать государственный язык воспринимают как дискриминацию. Как я уже говорил, приедет человек в Англию, там уже нет дискриминации. Там он понимает, выучит ребенка в английской школе, значит, тот будет человеком. А сам не выучил хорошо язык, ну и работаешь на стройке, там подметаешь. И никаких сомнений в этом нет, что это закономерно. Тогда, наверное, с языка и надо было вот все начинать. Так чтобы вот, потом не появилась категория людей, не граждан. Что у нас получается? Вот наши, как я называю до сих пор, интерфронтовцы, сначала боролись за неразделимую власть коммунистической партии. Проиграли, используя демократические механизмы и организации. Боролись за империю. Проиграли. Баллотируется в парламент независимого государства. Боролись против вступления в Евросоюз, проиграли и, используя мандат Европарламента, пытаются дискредитировать Латвию на международной арене и представляют интересы совсем сошедшей с ума соседней империи. В Крым есть и прочее.
И мы их избираем. Мы их избираем. Понимаете, 3% КОМ-2 получила партия, которая конкретно выступает против существования этого государства. Не говорите глупости. Это глупость. Это мифология. Я вас услышал. Я вас услышал. Нигде в программных установках той партии, которую вы сейчас упомянули, не говорится о том, что она против существования независимого латвийского государства. Назовите мне фамилию лидера этой партии. Зачем? Я знаю его. И что? Я знаю его мирного зрения. Ничего вы не знаете, Джон Сноу. Я думаю, согласен. Мы, наверное, обойдемся без оскорблений и продолжим дискуссию. Да. Вопросы. Да. Один лоб. Если есть, один и да. Самый главный вопрос зададите, надо дать слово моим оппонентам. Может быть, они вас поддержат? Можно спросить. Вы в своей речи часто говорили «мы». Речь у вас была достаточно воинственная. А кого вы представляете, когда вы говорите «мы»? Чего имени вы, как мы? Мы. Потому что терминология наши враги, противники, вместо оппоненты. Но я гражданин этого государства. Я понимаю. Я тоже гражданин этого государства. Да, но почему противники? Вот, скажите, кто мы? Возможно. Так. А вы помните волну, которая поднялась после Первого съезда Народного фронта? Сколько организаций общественных в него вступило? После Народного фронта был заполнен дворец съездов также. Мой товарищ по работе, так сказать, мой крестный отец политики, Олекс Батаревский, бывший потом стал вице-мэром Риги и лидером партии «Зеленый был». В то время, как отсидевший уже полгода в подвале ЧК и год в лагере, после таких событий, стал меня спрашивать, ты вот раньше в море ходил? У тебя, наверное, какие-то связи есть? Может быть, там где-то можно яхту арендовать в Швецию? Я говорю, надо семью спасать. Второй раз я туда не хочу. Мне было смешно, ему нет. А вы говорите, враги. Они никуда не исчезли. Они граждане Латвии. Они мимикрируют, как я только что говорил. Есть и более законспирированные агенты влияния. Для вас это удивительно? Если людей травят в Англии, вы думаете, в постсоветских республиках нету представителей нашей бывшей империи? И легальных, и нелегальных. Так что враги, они есть. Можно ошибаться в личностях. Но процесс-то происходит. Но человек, поехавший в Крым, он выступает против латвийской политики. Люди выступают против основ латвийской государственности. Постановление языковой среды – это одна из основ. Это уже прямо не сказано, что государство создано для того, чтобы сохранилась основа для существование в веках латвийской нации. Так кто же мы? Все-таки ответьте, мы не ответили, кто же мы? Мы, отчасти я могу сказать мы, потому что латвийское государство восстанавливало Народный фронт. В его создании я участвовал еще на уровне неформального Народного фронта до создания общего. Потом в качестве объединения мы вошли в состав Народного фронта, и делегаты были, в том числе ваш Пахомцев, на Первом съезде. Вся политика разрабатывалась Народного фронта на моих глазах. Господин Рыжков не даст соврать, все открытые заседания правления Народного фронта я старался посещать, и на моих глазах создавалась политика там, этого государства. Я не защищаю это правительство, и это государство, потому что здесь много что криво. Я только пытаюсь доказать, что вектор, направленный на восстановление языковой среды, он правильный. Можно спорить. Слишком медленно это делалось, слишком быстро.
зачем разоржать людей? Понимаете? Может, одни говорят, надо было сразу на волне подъема ввести всеобщее образование, и в это время, так сказать, народ бы съел. Это было бы самое правильное. Может чтобы быть. Другие садов начинали учиться, а дома могут разговаривать на любом своем языке. Другие говорят другую крайность. Зачем давить? Зачем требовать? Люди добровольно. Но ведь закон физики. Если нет напряжения, не будет движения, требовать-то надо. Как, сколько, как быстро, это уже другой вопрос. Но я какой итог хочу подвести, что закон об образовании принят, он будет реализовываться. Как говорю, небо на землю не упало, и это все. Первые люди, получившие это образование, это будущие граждане объединенной политической нации государства Латвии. Можно закрывать этот вопрос. Больше не нужно бороться в новые законы. Это мое мнение. Может быть, кто-то скажет, что нужно что-то еще. Есть радикалы, которые потребуют большего. Но я говорю о том, что в этом вопросе правительство находится на правильном векторе. И, в принципе, уже все сделало. За все остальное я не могу отвечать. Видите, я не участвовал, никогда не был в органах управления. Никогда ничего не приватизировал. Мне легко говорить, потому что я не ответственен за многие шаги, которые здесь произошли неправильно, не связан с новой бюрократией. Мне намного легче в этом смысле. Но в этом вопросе, который мы сегодня обсуждаем, я могу сказать «мой». Еще потому могу сказать «мой», что одной ногой я нахожусь в русской языковой среде. И понимаю как одну, так и другую сторону. Понимаю, вижу, что недопонимают некоторые латыши, и вижу, что недопонимают некоторые не латыши, русскоговорящие. Еще один маленький момент. Ведь русскоязычные, люди второго сорта, как там еще было, негры или как. Ну вы где-нибудь видели в латышской прессе, даже среди самых радикалов, ну кроме кричащих на улице, что кто-то назвал? Кронтовы, Шнёры. Это что, какие-то там маргиналы? Маргиналы есть везде. Но они не маргиналы. Депутат Сейма, радиоведущие, так называемые. Они больные, не надо. Они дебилы там болеют. Сами себя назвали русскоязычными и людьми второго сорта. И сами в себе культивировали эту обиду. И главная обида – это требование изучать язык. По-моему, это сумасшествие. Не, я еще раз могу ответить. Кто такие мы, да, вот, от своего имени. А во-вторых, по октябрьским данным, 90% нашей экономики не принадлежит гражданам Латвии. О каком еще государстве говорим? Да, то есть это конкретно что такое государство? Я поддержу предложение Дага. Давайте встречаться каждый вторник. Да, и обсудим все проблемы. Сегодня национальное. Вот сейчас вы говорите государство, государство. Очень хорошо. Да, защищать государство, все правильно. Мне не нравится это государство. Нормально. Да. А что вы тогда хотите защищать? Сегодня мы обсуждаем межнациональные отношения. Хорошо, но вы все время говорите государство. Что вы подразумеваете под государством? Территорию или экономическое? Экономическое у нас нет. Экономика. Нет, просто нет. Еще раз скажу, по октябрьским данным 90%, даже не половина. Экономику называют, можно назвать государством только в социалистическом обществе коммунистического типа. Там экономика принадлежит государству. Я абсолютно не согласен. В свободном мире если больше 30% экономики не может принадлежать. Если 90% не принадлежит вам, то вам в любом случае будет диктовать извне, что делать и как делать. Давайте этот вопрос обсудим в следующий вторник. Я же пытался сказать. Национальная политика Латвии разрабатывалась в моем присутствии, с моим участием. Хорошо. С самого начала. Поэтому я говорю мы. Так все-таки конкретно мы. В этом вопросе все латвийские правительства шли в этом ключе. За это я чувствую ответственность. Об этом я кое-что знаю, что-то вижу, поэтому как-то отвечать пытаюсь.
Представляю слово господину Рожукасу. Мы это и я, другие ветераны Народного фронта. Хорошо, мы это Народный фронт. Конечно, Народный фронт, пока потому что мы еще живы. К сожалению, может быть, других. Но вопрос не об этом. Вопрос об этом, что все законодательство, фактически то, что латыши хотели в своем большинстве, что выражается результатами выборов, фактически все уже на месте. И тут обсуждать какие-то коричневые или другого цвета, конечно, это эффектно, но абсолютно безрезультативно. Сейчас надо думать о том, как нам с этим всем жить дальше, как все это осуществлять в жизни. Вот в этом вопрос, а возвращаться куда-то обратно нет никакого смысла. Я благодарен очень Эдуарду, потому что он, я помню его как руководителя народного отделения Народного фронта, дал вопросы в то непростое время, очень непростое. Но сейчас он, как говорится, свои силы, усилия направляет в том направлении, что пытается как-то разъяснить, понять, что и как будет дальше происходить. И почему язык? Почему заостряется этот вопрос на языке? Потому что фактически это единственный рычаг воздействия извне или изнутри какими-то силами, который может нас разделять. Других нет. Нету фактически никаких других нету. Посмотрите, русские, как предприниматели в Латвии, лучше латышей. У них менталитет что-то больше подходит, и русский бизнес здесь сильнее латышского. Но это же факт. Кому? Кто их ограничивает, этих русских предпринимателей, кто им мешает? Да никто. И так во всех сферах жизни, за исключением языка. Вот этот языковый барьер – это единственное, что осталось, что нас разделяет. И сейчас вот эти все законы, последние в среднем образовании приняты, направлены на то, чтобы его устранить, исчезнуть, чтобы мы все были вместе. Вот и все. Так просто. Конечно, это просто сказать, принять это, я согласен, очень трудно, потому что мой опыт, как политический, так и человека, другой. Я приехал сюда в 31 год, и я ехал сюда уже как в другое государство. У меня не было сомнения, что надо моментально изучить язык, и что можно было сделать из-за того, что среда была латышская в больнице имени Страдыни. Все это через несколько месяцев пошло. Я помню первого больного своего в больнице имени Страдыни. Сталинский функционер, знаете, в таком пальто с этим таким типичным хрущевских времен, сталинских, всей этой отделкой. Он мне говорил, латыш, говорит, а ты говори, пускай дураки смеются. И вот это, как говорится, мне помогло, мне не было таких проблем всего остального. Конечно, уйма людей сюда были привезены для того, чтобы развивать промышленность. Сейчас эта промышленность в руинах, и что этим людям делать, и как себя чувствовать. Это все понятно. Но нам надо сейчас просто думать, как с этим всем жить дальше, потому что законы все сделаны. Я не думаю, что что-то еще может быть еще. Что касается перегибов радикалами, этому надо противиться. Был поправки к закону о труду, о том, что если человек работает здесь латыш, он имеет право только на латышском языке с клиентами разговаривать. Мы это устраним, потому что это нелепость. Ну, а как знать, кто гражданин или резидент Республики Латвии? Нам ответили, если он в бензозаправочной станции работает, смотрите на номера машин. Ну вот такие перегибы и идиотизм, надо не допускать, чтобы там не было основы для каких-то других сторон. Вы знаете, мне очень, хотя я литовец, меня очень импонирует эстонский путь. Посмотрите, партия Эдгара Сависаара. Это что-то наподобие нашего согласия, ну, в эстонском исполнении. Сейчас они у власти, премьер Ратас, руководитель.
руководил всем Европейским Союзом во время президентства в Евросовете. Как-то там удалось вот это сблизить и перейти к какому-то результативному разговору. А здесь что? Опять же этот языковой барьер. Фракция согласия в парламенте. Да не все владеют латышским языком до такой степени, что полноценно работают в парламенте. Но это же факт. Сколько это может продолжаться? Что нам нужны два парламента, так как в Бельгии, там сколько у них, 7 парламентов в одном государстве? Нет. Поэтому надо просто думать, как мы можем это дальше продвигать. Вот и все. Можно мне микрофончик? Будьте добры. Я представлюсь, меня зовут Александр Малыч. Простите, я вот два раза услышал от двух спикеров. Кстати, вы не выступаете в качестве оппонента. Это такое эффективное оппонирование. Оппонент, он как бы оспаривает, как мне кажется, доводы докладчика. А вы его поддерживаете во всем. Поэтому приходится брать на себя эту функцию. И вот оба согласных во всем докладчика говорили неоднократно: приезжие, приезжие, приезжие. Не знаю, кто кого должен вообще учить, ну, потому что называется матчасти. Далеко не все жители Латвии. Да сейчас и вообще-то этих приезжих остается все меньше и меньше. В основном это люди, родившиеся в Латвии. Но вы забываете о том, что и до так называемой вами оккупации, до 40-го года в Латвии проживали национальное меньшинство, в том числе русское. И русское меньшинство было крупнейшим национальным меньшинством, составляя 10% без белорусов, а с белорусами 12%. Но мы знаем, как проводились статистические опросы, людей просто записывали белорусов, чтобы уменьшить численность великороссов. Да? И эти люди учились на родном языке, в этих школах хорошо преподавали латышский язык, и потом один из таких великороссов становится крупнейшим латвийским симфонистом Янис Иванов, который на самом деле Иван Андреевич Иванов. Другой представитель национальных меньшинств, правда не русского, а еврейского, Ли Эммануиловна Красинская, становится одной из основательниц латвийского музыковедения. Я вот только что книжку издал, ее воспоминаний и моя, так сказать, монография Лия Красинская и ее время. И вот я, не учась на латышском языке в школе, как-то смог в архиве освоить фонд Латвийской консерватории, который на латышском языке, и читал не печатные тексты, а рукописи, почерк латышский, стоит еще интересный очень тем латышским языком довоенным. Почерк Язепа Витулса разбирал, такой мелкий, что я думаю, не всякий латыш прочтет то, что он там написал. И вот я вам приведу один пример характерный по поводу вот единой языковой среды, о которой вы здесь вещаете. В 30-е годы объявление Совета воспитанников Латвийской консерватории: ищем секретаря со знанием трех, я сделал закладку в своей книге, но не стану тратить ваше время на то, чтобы читать из книги, с требованием знания трех местных языков. Даже не нужно писать, каких именно, потому что каждый знал, что местные языки в Латвии – это латышский, русский и немецкий. И ничем это не мешало существованию Латвийской Демократической Республики, пока не произошел государственный переворот. Прости, переворот. Не ври, мне не ври. Апверсумс, переворот. И апверсумс, и произношение чрезвычайного положения – это совсем другие вопросы, поэтому не надо врать, как в Сайме сидит. Сколько в Сайме партий? Одна партия, один лозунг. Грабина грабленная. И если мы сейчас говорим, нельзя врать, понимаете? Но не тема, надо врать. Тема другая. Тема в том, что вы своей национальной политикой, вот вы говорите, мы. Простите, я закончу это. Мирко, давайте спорить с нами. Да, я предлагаю между собой общий знаменатель. Я не реагирую. Спасибо. Так вот, это именно политика национальная, которую вы проводите, не только усиливает, но и порождает, как и тогда в 30-е годы, имперские, пророссийские настроения. Потому что именно в России люди вами, униженные и оскорбленные, дискриминируемые,
могут искать естественную надежду, по крайней мере, на избавление от этого национального иго. Вопрос. Можно вам вопрос? Да, пожалуйста. Что вы считаете дискриминацией? Я считаю, что дискриминация является, вот как мне подсказывает совершенно верно коллега, вы понимаете, если латыши имеют право учиться на своем родном языке, они за это право боролись еще в эпоху Российской империи. И кстати, я приведу еще один пример. После распада Российской империи на территории тех государств, которые образовались в результате распада Российской империи, оказалось немало русских школ, которые существовали еще в период империи, в частности, вот на территории Польши. Каждому государству, там Румыния, Польша, три прибалтийские республики, Финляндия, пришлось решать эту проблему, что делать. Каждое государство решало эту проблему по-своему. Никто не мог сразу же их ликвидировать, эти школы, вот так вот, одним махом. Но так или иначе стремились к этому все. Так вот, помещение русской школы забрали, разместили там польскую школу. И когда руководство этой школы обратилось к руководству польской школы и сказало, что вот в период Российской империи, мы же вам предоставляли помещение собственной школы для того, чтобы вы могли учить детей. А им ответили, вы были либералами, а мы либералами быть не хотим. Так вот, вы меня спрашиваете о дискриминации, возможность учиться на родном языке. Это фундаментальное, на мой взгляд, в современном мире право каждого ребенка и право родителя выбирать тот язык, на котором будет учиться его ребенок. А право государства и обязанность государства обеспечить не только возможность образования на родном языке, но и знание государственного языка. Что, кстати, осуществлялось в Латвии в 20-30-е годы и давало прекрасный результат. Даже при Ульманисе не отняли. Хотя я думаю, что со временем, если бы диктатура Ульманиса продолжилась чуть дольше, отняли. И последнее, что я скажу. В Германии евреи прекрасно владели немецким языком. Никакого языкового барьера. Вот вы себе и противоречите. Вы знаете, я хотел добавить. Это вы себе противоречите. Я хотел сказать, что в принципе, в какой еще стране мира говорит по-латышски, если не в Латвии? Я это понимаю, что национальная культура должна сохраняться. Другое дело, что она должна поддерживаться какими-то рекламными, мне кажется, больше средствами, нежели тоталитарными, введением каких-то реформ, принуждением детей учиться только на одном языке и так далее. Да? Компенсаторную обиду надо лечить у психолога, когда она проявляется у политических чиновников, которые у власти, да, это очень плохо. Вот. Но как действовать с точки зрения ректоров глобализма и антиглобализма, как выгоднее, вот тут я не знаю. Здорово, все очень. Я попрошу такую вещь. Мы с вами уже здесь сидим очень-очень долго, и у нас получается, что сидят три человека, одного из которых мы вообще даже не слышали, а почему-то дискуссия ведется в зале. Я предлагаю поменять немножко формат. Я думаю, что вам на правах ведущего надо всего лишь задать тему дебатов, а двум вашим товарищам, которых вы пригласили, одного из которых мы вообще даже слов не сказали, мы его послушали, а уже потом перейдем к вопросам, если они у нас будут, иначе у нас будет бесконечный базар, и мы, к сожалению, сегодня, да, не подебатируем совсем. Хорошо. Я предлагаю с этого момента прям совсем из зала до поры до времени, да, если только это не предполагает прямое общение с прямых вопросов от наших уважаемых участников, не задавать. И, соответственно, товарищу модератору, ведущему этого мероприятия, тоже уже свои мысли начать как-то прекращать их излагать и позволить это сделать своим. Товарищи, да, я предлагаю их оставить на потом, потому что мы важных вопросов уже обсуждали с вами на один час. Один последний важный. Ну, давайте спросим у, собственно, зрителей. Ну, возьмем один вопрос или все-таки нет? Ход дискуссии. Да. Я предлагал только задавать вопросы, а не вмешиваться. Спасибо. Да, вот, к сожалению, не говорили. И позвольте мне ответить на них.
Но у нас есть еще много вопросов в интернете, в комментариях, идет прямая, так что мы не успеем. Вопрос этого господина очень требует ответа. Вы предлагаете детям право учиться на любом языке. На любом. Государственный язык, конечно же, вы допускаете, что можно изучать как иностранный, да? Кончит такой ребенок школу, кончит русский, украинский, белорусский, литовский университет. Что он будет делать в языковом пространстве государственного языка Латвии? Он сам решит, что он будет делать. Не писайте за него. Я же привел вам примеры людей, которые... Два только примера, а их гораздо больше. И Борис эти, Федорович Инфантьев. И эти примеры противоречат вашей претензии. Именно потому государство административными мерами понуждает людей, так скажу, получать образование на государственном языке, что из народа вывели понимание этой необходимости. Даже староверы, веками живущие здесь, не знали латышского, жили в своих запертых общинах. Но у них не было сомнений, что выйдя в большой мир, они должны знать латышский язык. Вы говорите, были много школ на разных языках, но все выпускники этих школ и вузов могли реализовать свою профессию на латышском языке в том числе. Понимаете? Не было такого мировоззрения. Понимаете? Как нет сейчас у переехавшего в Англию, в Германию, в Испанию, какого-то такого понятия, что я могу остаться без знания английского, испанского и французского. И в этой среде, в этом государстве полностью себя реализовать. Именно вот переломить это нам нужно. Поэтому государство такие. И вовсе речь не идет о запрете образования на родном языке. Вы, пожалуйста, это прекратите популяризировать это заблуждение. Идет, есть обязанность получить образование на государственном. А сколько ты языков еще освоишь? Это уже действительно личное дело. Где? Вот этого надо требовать у государства, чтобы параллельно с государственным повышалось образование на языках национальных меньшинств. Где? В каких местах? В русской школе. На кухне? В русской школе. Образование на русском. Образование на латышском и параллельно на русском. Жизнь, и сохранение своей национальной идентичности в родном государстве и в другом национальном – две большие разницы. Это поймете, будет хорошо. Латышский язык сейчас оттеснен настолько, что он пока не может выполнять функции государства. У меня есть перечисление, какие функции он должен выполнять на всей территории. Вот поэтому такие законы. У них не было никакой необходимости, если бы не было нашего ментального искажения советским воспитанием, советской властью, советской политикой. Только в постсоветском государстве есть такие вещи. И теперь обещанный пункт последний про империю. Следующее слово мы дадим господину Савину. Что случится с Россией, когда обрушится вертикаль? Если у них даже вычеркнули из законов обязанность в школе изучать местные языки. Кроме того, что еще налоги все в Москву забираю, потом надо упрашивать. Империя развалится. Если не исправить это положение, если не дать свободу людям, применить свой язык настолько, насколько этот язык годится. Годится он в качестве государства, значит он должен быть государственным в этих республиках. И еще одно, если Россия хочет стать федерацией равных народов, а где Республика Русь? Ведь больше всего страдает народ империообразующий. Это еще один совет. Господин Савин, если можно, пару слов. Что ж, приветствую. Дмитрий Савин, председатель правления Ассоциации развития русского гражданского общества и поддержки российских иммигрантов, АРМ. Поскольку приехал сюда из Лепы и скоро должен буду отбыть, постараюсь быть кратко. Итак, тезисно. По поводу того, что
каждый человек имеет право, вероятно, в любой точке мира учиться на своем родном языке. Позволю себе не рассматривать этот вопрос по причине его неадекватности жизни на этой планете. Если человек владеет кинья-руандой, приезжает в ФРГ или в Нидерланды, ему должны обеспечить школу на кинья-руандой. Прекрасная идея, всецело поддерживаю, но только, знаете, это из серии «Хорошо бы, чтобы человек летал, но если ему ноги перебить, он летать не будет». Поэтому об этом и говорить не будем. Дальше, то, что касается тематики. Вот мы начали об этом говорить, и сразу же встал вопрос о языке. Это тоже очень характерная особенность, которая со стороны видна, и опять же, по причине краткости изложения постараюсь говорить, может быть, скорее ясно, чем политкорректно. Почему, говорят, вот были русские школы до войны, и при Улмане, если они, кстати, были в той или иной форме, и никого это не смущало, и выступления на русском языке все ими были, а потом вот стало всех это смущать. Осмотрим статистику, как было сказано, что есть русское меньшинство процентуально. В Первой Республике около 9%. Ну, там можно спорить 9-11, ну вот где-то такой уровень. Это не было угрозой, тем более угрозой ассимиляции для латыши. Что мы видим по состоянию на 90-е годы, на конец 80-х, 90-х, процент совсем иной. Фактически получается 50-50. И латыши в этом видели угрозу своей ассимиляции. Причем ассимиляция, да, она может происходить и в рамках национального государства, причем в рамках официального двуязычия. Классический пример – это Ирландия, где есть два государственных языка, где ирландский гельский имеет официальный государственный статус, где существует государственная поддержка ирландского гельского, которая, кстати, осуществляется административными методами вплоть до того, что запрещаются английские указатели в тех местах, где живет гельскоязычное население, а все равно, прошу прощения, не работает совсем. Большинство ирландцев говорят на английском языке и своего родного ирландского гельского не знают. Да, благодаря тем огромным мерам, которые правительство предпринимает, количество людей, незначительный этот процент за несколько десятилетий владеющих гельским вырос, но при этом растет и процент двуязычных. Поэтому то, чего боялись латышские националисты, латышская национально ориентированная интеллигенция в конце 80-х годов, это понятная очевидность, и спорить об этом тоже трудно. Здесь, мне кажется, ну, сложно об этом говорить. Но вопрос-то в другом. Для всякого адекватного человека, как мне представляется, очевидно, что если вы признаете суверенитет государства, то знание государственного языка, ну, это норма. Я сам, будучи вынужденным иммигрантом, я не ставил себе целью переезжать в Латвию, меня переехали сюда ребятишки из Федеральной службы безопасности. И да, я учил латышский язык, хотя когда я жил в Петербурге, я не об этом мечтал, я испанский собирался учить, но учил латышский. По какой причине? Потому что я живу в Латвии. И хотя я не являюсь гражданином и планирую вернуться потом к себе на родину, это просто вопрос уважения. Но самое главное, и вот это то, что, к сожалению, не было сказано уважаемыми коллегами сегодня, это то, что само по себе знание латышского языка и совершенное владение латышским языком еще не гарантирует ни в коем мере лояльности человека латвийскому государству и даже минимальных симпатий Латвии. У нас у всех перед глазами политики, которых у нас есть все основания, на мой взгляд, считать антилатвийскими, и которые прекрасно говорят на латышском языке. Я думаю, что многие из нас, многие здесь присутствующих, могут вспомнить знакомых выпускников школ, в том числе и латышских школ, с прекрасным латышским языком, которые отлично говорят, а может быть, даже латыши их не отличат от своих соплеменников, и при этом эти люди ненавидят Латвию, современную Латвию, латышский народ и так далее. Это бывает. Так о чем мы говорим? Очень часто вот все эти споры о языке на самом деле являются в действительности то некой формой, некой оболочкой более важного глобального противостояния. Дело в том, что под вывеской русской традиции и русской культуры в Латвии пытаются навязывать советское и неосоветское наследие. Пытаются навязывать неосоветский реваншизм. У латышской интеллигенции, да и у адекватных русских и русскоязычных людей это вызывает отторжение. И начинается некая обратная реакция. И вот здесь очень важный момент. Дело в том, что совместить советскую оккупацию, наследие советского тоталитаризма и апологетику, даже самую мягкую, такой мерзости, как коммунистический геноцид, от которого, напомню, первым пострадал русский народ, вот совместить это
с латвийской независимостью, с лояльностью Латвии, в принципе, с адекватным отношением к латвийским реалиям, объективно невозможно. Но в чем состоит уловка, вот та губительная уловка пропагандистская, которая применяется на протяжении уже не одного десятилетия, то, на что работает кремлевская пропаганда? Они сознательно смешивают понятия русской национальной идентичности и идентичности советской. Хотя на самом деле это вещи взаимоисключающие, антагонистичные. И по сути дела, часто под вывеской вот этих споров о языке мы видим в действительности противостояние неосоветских сил, тех, кто пытается эту неосоветскую идентичность утверждать и продвигать, и противостояние тех сил, которые мы условно можем называть латышскими национальными. Но проблема в чем? Русский человек, как и всякий нормальный человек, естественно, испытывает потребность в сохранении и развитии своей этнической культуры и этнической самобытности. Это нормально для человека гордиться принадлежностью к своему народу, кто бы что ни говорил. Но когда эта идентичность перемешивается с неосоветским реваншизмом, это становится неприемлемо для латышей. Поэтому главная проблема, на мой взгляд, если мы говорим не о каких-то частных вопросах, как школьная реформа, которая, с одной стороны, на мой взгляд, все же, наверное, скорее стороннего наблюдателя, с одной стороны, очевидно, назрела, с другой стороны, есть большие вопросы к тому, как она реализуется. Но в этой ситуации все-таки главное, корень всех этих проблем, это четкое размежевание понятий советское и русское. Четко необходимо отделить неосоветскую пропаганду от русской идентичности. Потому что, позволю грубо себе, может быть, несколько выразиться, но в той среде, русской правой среде, к которой я принадлежал и принадлежу, было такое понятие, прошу прощения еще раз, правило двух бочек дерьма. Если взять бочку меда и бочку дерьма и смешать их, у нас не будет двух бочек меда, и у нас не будет двух бочек некой смеси. У нас будет две бочки дерьма. Так вот, если взять русскую культуру, русскую традицию и русский язык, и смешать это с советчиной, с наследием коммунистического геноцидного режима, то у нас получится две бочки советчины. И вот сейчас вот эти две бочки советской мерзости, я вижу, как их пытаются, прошу прощения, впарить Латвии, латышам и русским. И видно, что это продолжается на протяжении десятилетий. Вот это корень, вот это то, над чем надо работать. А вот дальше, когда мы, с одной стороны, мы русские говорим, что да, мы признаем национальный суверенитет Латвии, мы признаем право латышей на защиту своей традиции, своей культуры, своего языкового пространства, но взамен русская община Латвии имеет полное право просить и даже требовать того, чтобы были обеспечены условия для сохранения ее этнокультурной идентичности, как сохраняется идентичность, как было уже сказано, шведов, Финляндии, франкоязычного и французского сообщества в Канаде и так далее, вот это будет некая консенсусная платформа, и если этот консенсус будет, то здесь можно начинать серьезный диалог и о школьной реформе, и о языковых отношениях, и обо всем остальном. Но до тех пор, пока вот эти вот две бочки у нас будут присутствовать, и пока вокруг мы у них будем водить хоровод, прикрывая это противостояние различными лейблами, вроде того, нужен язык, не нужен, я боюсь, мое мнение, что прогресс дальше невозможен. Вот тезис на все. Можно вопрос закладывать? Вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, такие явления культуры, как песня «Огней так много золотых на улицах Саратова», там песня «Надежда» Пахмутовой, не знаю, творчество Пастернака, там, 50-х годов, фильмы Тарковского. Это русская или советская культура? Вы знаете, этот вопрос из серии про вкусное мороженое. Понимаете, мороженое могло быть вкусным в советские времена, но это не означает, что на основании того, что мороженое было вкусным, не было террора, не было геноцида, не было угнетения людей. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. А вот если вы, наконец, перестанете перебивать тех, кого вы спрашиваете, дослушайте до конца, возможно, ваше желание будет удовлетворено. Если вы по обычаям неосоветских пропагандистов будете мне затыкать рот, то я вам ответить не смогу. Я могу продолжить? Правильно. Спасибо. Так вот, и здесь то, что касается песен, понимаете, никто же не говорит, что нужно взрывать
Шоссе, которые были в Германии построены при Гитлере, или забывать все эти песни, которые были созданы во времена СССР. Но главное – это осуждение коммунистического геноцида, который был разрушителен для русского народа, осуждение тоталитарной системы и решительное уничтожение всех тоталитарных и неосоветских политических практик. Вот это главное. А много ли огней на улицах Саратова или немного – это уже дело частного вкуса. У меня сопутствующий вопрос. Скажите, возможно ли полноценная демократия без красного и социалистического вектора, без присутствия его в политике? Вы знаете, если мы будем говорить о демократии, вот полноценной демократии, как о неком святом идеале, во имя которого нужно приносить как можно больше жертв, лишь бы он был, то да, конечно, должны быть все. Но с другой стороны, как показывает опыт 20 века, как показывает опыт Южной Кореи в ее противостоянии с коммунистическим тоталитаризмом, как показывает опыт, может быть, более спорный, но тоже в конечном итоге успешный Чили, как показывает опыт Испании, иногда для модернизации государства, для становления национального суверенитета или его укрепления, такая абсолютная и полная демократия бывает вредна. И то, что произошло в Латвии в начале 90-х годов, вот институт неграждан, да, это, естественно, было. Это можно трактовать как некое ограничение демократии. Но с другой стороны, видя, что произошло в Белоруссии, видя, что произошло в других странах, мы можем говорить, что эти меры, да, они, может быть, были жестокими, но они дали эффект. Они дали возможность пройти вот этот первый тяжелый период и сделать евроатлантическую интеграцию Латвии необратимой. Если бы изначально главная цель была обеспечить полную демократию, пустить коммунистическую партию к власти, здесь вполне могла бы быть вторая Белоруссия. Я понимаю, кому-то это может нравиться, но лично меня от этого немножко подташнивает. Поэтому, да, наверное, можно это трактовать и таким образом. Но, тем не менее, результат есть и в конечном итоге. И тут я согласен, он все же позитивный. То есть, если позволить, еще один вопрос. Евроатлантическая ориентация Латвии – это вот конечная цель вообще общемирового движения, да? Вот чтобы все страны мира вступили в Евросоюз и НАТО, да? Ну, Евросоюз и евроатлантическая интеграция – это как раз немножко разные вещи, и вы как пишущий человек… Знаете, евроатлантическая интеграция подразумевает Евросоюз и НАТО в нашем лексиконе. Евроатлантическая интеграция предполагает именно как европейский, так и атлантический, американский вектор. И как раз таки восточноевропейские страны, en masse, более консервативные, более националистичные, они вот этот свой вектор консервативный и национальный обеспечивали во многом за счет поддержки Соединенных Штатов. Потому что Евросоюз, Западная Европа, где процветает периодически горячо любимая социал-демократия, здесь все немножко сложнее. И понимаете, мы же сейчас говорили не о том, что есть благо для Вселенной. Мы говорили о том, что есть благо для Латвии. И это вот вопрос очень важный о том, как жить дальше. Да? Я лично убежден, это мое мнение русского человека, патриота своей страны, но при этом искренне желающего блага Латвии, что нормальной, полноценной жизни в Латвии никогда не будет до тех пор, пока на Востоке будет существовать режим такого типа, который существует там. Ну, мое определение, я не раз его употреблял, это неосоветская номенклатурно-олигархическая диктатура. Режимы этого типа мы можем видеть практически по всему как бы постсоветскому пространству. Вот пока будет вот этот вот кошмар на Востоке, нормального развития не будет. И у Латвии единственный способ от этого кошмара убежать была та самая евроатлантическая интеграция. Вот, собственно, и все. Можно еще один вопрос дохватить? Ну, может быть, кто-то еще захочет что-то сказать, а то мы с вами перерубимся. Не кошмар в вашем видении, как выглядит на Востоке? Не кошмар. Я вам отвечу просто, потому что сюда должен был прибыть, потому что меня преследовали по двум уголовным делам, абсолютно эффективно. А вот можно долго говорить о правовом государстве и о демократии, но вот есть одна разница, которую я, уехав из Питера, вынужден, это было непросто, я официально здесь являюсь предбеженцем. Так вот, есть одна вещь, которую я почувствовал сразу очень хорошо, то, что сказал Черчилль. Если... Чем отличается демократия от тоталитаризма? Если в 5 утра вам кто-то стучится в дверь, то это, скорее всего, молочник.
Вот как человек, которому в 5 утра стучался не молочник, а следственный комитет с оперативным сопровождением ФСБ, я знаю, что это дорогого стоит. И я бы очень хотел, чтобы в моей стране наконец-то настала такая власть, когда можно честно работать и спокойно высказывать свои мысли, не боясь того, что к тебе постучаться, и потом уедешь-ка ты лет на 3, 5, 8, 10, подписавши кучу признаний, выбитых из тебя пыток. Пытками. Вот чтобы этого не было. Вот это был бы первый шаг к тому, что будет не кошмар. Вы оказались в такой же точной стране, из какой убежали. Мне есть чем сравнить, могу вам сказать совершенно однозначно. Вот совсем не в такой же. Извините, раз уж вы этот вопрос поднимаете, это немножко лично, но у меня есть друзья, которые прошли через политическое заключение, пострадавшие. И которые пережили пытки. И когда господин Гапоненко говорит, что его пытают телевизором, а один из... Ну да, мы же у меня телевизор включают, это же пытки. Наркобароны меня телевизором пытают. А я знаю людей, которых держали в наручниках часами, там, которые потеряли здоровье в тюрьмах. Это очень разные вещи. Поэтому я понимаю, что это очень красиво, как иногда выкинуть, что у нас тут полицейское государство. Но, уверяю вас, господа, у Латвии могут быть какие-то проблемы, и они, естественно, есть. Но все же Латвия на сегодняшний день – это правовое государство. Мне есть с чем сравнить, и в этом смысле, как русский человек, я могу вам сказать, и тут, я думаю, меня поддержат, надо ценить то, что есть. Вот я видел, как уходила свобода в России, несмотря на все проблемы, там малая толика свободы, что у нас была. У вас ее намного больше, и это нужно ценить, это нужно хранить. Самое главное, что у нас есть, это возможность исправляться. Мы имеем право слова, право голоса, право создавать партии, организации, бороться за власть. Даже если не все у нас идеально, мы имеем возможность исправляться, улучшать, корректировать. Нас никто за это по рукам не бьет. Это самое главное. Скорее мы имеем эффективную возможность. Я уважаю ваше личное мнение. Я, наверное, встану и скажу, что время много. Я представляю, не представился, Христианский союз Латвии, партия есть такая ульманская. И есть палата сельскохозяйственная, которая была создана в 1935 году. И я это сама стараюсь сказать одно вот оппонентам. Он изучал ноты, как японец на них играет по нотам. Сейчас не надо ноты знать. Сейчас реформа учебы, не надо математику учиться в школе. Не надо физику, ведь физика зависит от цвета флага. Понимаете, мы дошли до того, по той демократии, что забыли, что есть конституция. Даже правительство, я несколько раз сказал, ну снимите, венц викум с вену тайсной висе. Один закон, одна истина для всех. Ну для чего ульманское время? Вы говорили переворот. Они не думались об этом, что не было переворот, было предотвращено переворот. Было имени мировой революции. Советский Союз финансировал все эти... Как жил советский народ, вы знаете, а как жили люди, а как эти сами воевали за советскую власть, за коммунистические идеалы, это нас знали. Но второе, что я хочу сказать, крестьяне, латыши, староверы, это этнос латышский, который ценил в латвийское время государственность. Сейчас мы сохранили и закон советской Латвии, государственном языке, что было, что болтать. Советский гражданин с Латвии, с каких лет было в латвийском государстве? 21, правильно, 21 год. А сейчас говорят, надо 16. Притом, понимаете, русские школы, что не было до 40 года. В Рунденской области было 6 школ, сейчас одна осталась. Там были 2 русские, 2 латышские. И 2 смежные, и 6 школ было. А что было закон ума в русской школе иначе? Я как инженер не представляю, что в школах не учат черчение. Ну, музыкантам не учат ноты. Но я представляю, что тогда будет. Только будем жить в одних этих самых... Ну, как я дом рухнул, как это? Ну, Майс, ну, что вы? Назвали. Майс.
Не, немає штабу, вейкал, скажу. Розвалено. Будь руїнах жити, розвалено. Інженер, вам же розпитує, вам діло. Якщо ви построїли в цьому самому Максимі, не було в цьому зорі туди. Просвинялись на цьому. Я смотрю, в латвійське время у нас чиновників було тільки 18 тисяч 800 чоловік, включаю Абран і 6 волостей, які в Росії. В совєтське время 187 тисяч. В 94-му году 214. В 10-му году вже 275 тисяч. Я помню виступлення Хрущова, ви, звісно, старше мене, але я Хрущова прекрасно помню, що я буду жити в комунізмі, по потребностям і з кожного по возможностям, з кожного по потребностям. Мой папа говорив, це буде последняя рубашка з Клеждолова. Я як смотрю зараз этих мискастых, смотрит человек, вроде образованный, но роется. Я чувствую, что коммунизм уже назрел. И тогда, когда Маленкову хотел сократить чиновничество, чиновничество сохранить на 30% сталинских времен, то Хрущев сказал так, посмотрите это фильмы. Георгий Максимилианович, как вы думаете управлять государством, если чиновник – это опора и плод советского строя? Мы сейчас, если будем министерство физкультуры создавать, вчера по телевидению говорят, мудрость, но для чего это надо? Для чего мы создаем чиновникам власть даем? Государство – это территория и народ, жители. А мы сейчас создали еще власть. А какая власть? А сколько попрощаться человек уезжает? Да. У меня вот вопрос к человеку. Может быть, до отъезда вы сможете ответить на один вопрос? Ну, я еще хочу, поскольку он русский, он знает, что есть такая поговорка, не ходи в чужой монастырь со своим уставом. Староверы, которые жили, вот в Межере мне было 75 староверов, я был директором. Я с ним прекрасно жил и работал, и за 7 лет. Пожалуйста. Если только очень коротко, мне нужно уже бежать. Да, у меня такой вопрос к вам. Ну вы, я так понимаю, вы русский националист, да, себя позиционируете? В России, безусловно. В латвийских реалиях я себя чаще позиционирую как христианский консерватор, потому что по российским меркам в Латвии практически все партии националистичны. Хорошо. И вот как русский националист, как вы относитесь к идее русской или российской империи? Или у вас это разделяются как-то понятия? Вам вот российской империи не жалко, как русскому националисту? Ну, понимаете, мне много чего жалко. Мне жалко, что монголо-татарская ига случилась в свое время. Мне очень этого жалко, да? Но мы живем в тех реалиях, которые существуют сейчас, и сегодня никакого другого пути для русского народа, кроме формирования, собственно, национального государства, нет. Национальное государство – это то единственное, что приходит на смену империи. Крушение империи объективно произошло в 17 году. Советская система, тоже имперская по своим устремлениям, она была, по сути, антирусской. И жалеть о Советской империи для меня столь же противоестественно, как для грека, например, жалеть о крушении империи Османской. Да, территория та же самая, но чужое, враждебное. То, что наш народ уничтожал. Господа, еще раз большое спасибо за то, что вы слушали. Извините, что вынужден убегать, но, к сожалению, вопреки утверждениям наших недоброжелателей, ЦРУ не купило нам вертолет, и я езжу в Лепой на автобусе. Поэтому, чтобы не опоздать, я сейчас вынужден уходить. Еще раз спасибо. Спасибо всем. Палдесвизим. Я хотел задать вопрос. У нас много в интернете, но вот постоянный... завсегдатай нашего клуба Евгений Лурье много комментариев, что главная проблема в статусе русскоязычных граждан – это вопрос отчужденность от общественной жизни, главное – от управления государством. Господину Ражукусу. Главная проблема в статусе русскоязычных граждан Латвии – это отчужденность от управления государством и от общественной жизни. Опять же, проблема в языке. Я работал как органы здравоохранения много лет, некоторое время в Министерстве обороны. Всюду есть нелатыши. И довольно много.
единственная проблема – это знание языка. Я повторяюсь, в парламенте, самом высоком, что у нас есть, невозможно полноценная дискуссия по разным, скажем, не политическим, народохозяйственным проблемам на латышском языке. Что получается, я должен говорить на русском языке с этим коллегой, чтобы добраться до какой-то истины. Поэтому людей в Латвии не хватает, талантливых, патриотов, вооруженных силах, исполнительных структурах, в медицине. Нету никаких проблем с тем, чтобы конкурировать, получить эту возможность. Представьте, я литовец, стал председателем Народного фронта Латвии, потому что, наверное, коллеги в то время видели из того, что возможно, что я лучше. Я не знаю, здесь только проблема языка, лояльности и желания быть патриотом и гражданином этого государства. И главное сейчас нам подумать, как жить дальше, что вот в этих реалиях, которые сейчас у нас, а возвращаться где-то там в прошлое, конечно, это, наверное, надо. Завтра у нас будет в Музее Народного фронта дискуссия о форуме народов Латвии, декабрь 88-го, что пошло так, что не так. Это все на музее. А нам надо жить настоящей жизнью. И здесь ограничений никаких нет. Никаких. Я хотел бы... Ждал, что кто-нибудь другой спросит вопрос, что... А тот же вопрос, что господин Лурье, что теперь в одну кучу складывает и тех русских, кто уже как тоже мне там дедушка был в этой Деникинской армии в высоком чине, учился в Петербурге, и уже такое как вот имперское поколение аристократов. Потом есть советское время, когда половина латышей выехала в Сибирь, а здесь въехали много без каких-то плохих мыслей, как миграция свободная. И третье, есть новое. Как мне дедушка рассказывал, после революции была огромная волна миграции русских помещиков, там интеллигентов, богатых людей, которые дальше здесь как дружеская русскоязычная среда и близкое зарубежье, и потом дальше эмигрировали во Францию и так далее, теперь есть такая же волна. И это, по моему мнению, вот такой генофонд и богатые люди, вот единственные, кто на арт-риге в галерее способны там за десяток тысяч какие-то артефакты купить, понимают чувство юмора, образованные, богатые, которые заменили тех латышей, кто выехали на заработки на Запад. В частности, там Елена Лукьянова, там дочь соратник Горбачева, юристка Ходорковская, живет уже в Юрмале, но ее нигде не интегрирует, что как бы она, ну, тоже русскоязычная, и как вы считаете, какая была бы возможность, вот этот генофонд, они очень лояльны Латвии. Детей пускают сразу в латышские детсады, школы, они пополняют кассу. Вот господин Нехорошев Григорий, завсегдатай нашего клуба. Их очень много, и они могли бы помочь в построении государства, решении проблем. Та же Елена, она в мире высочайшего класса научный работник. Как господин Ражук, вы относитесь к этой очень большой пополнению генофонда? Ну, я уже пополнил генофонд Латвии. Есть и доказательства в количестве двух экземпляров. У меня есть друзья, из уехавших из России в настоящее время в Юрмале. Мы встречаемся, дружим. И с этими людьми нет таких дискуссий, нет проблем. Они, как и я, приехали в другое государство. Все у нас ясно. Ну, конечно, язык, другие вещи, может быть, у нас немножко что-то иначе, им труднее интегрироваться, войти. Но это вопрос времени. Я думаю, что нам, например, не хватает ужасно программистов и там других специальностей, если люди приезжают из России, Белоруссии, Украины, Молдовы.
которые здесь работают, их надо только приветствовать и принимать. Тут нет, я не вижу никаких проблем. Тем более мы ужасно стареем, как и вся Европа. Да? Кто будет платить социальный налог, какие будут пенсии у вашего поколения? Ладно, нам еще тут немножко останется, а дальше кто-то должен зарабатывать. Поэтому в смысле вот такой регулированный, предсказуемый, контролируемый по необходимости миграции, я полностью с этим согласен. Если в России этим людям нет места, найдем им место в Латвии. Я хотел немножко два слова. Где, может быть, в основе, чисто психологически у нас в самом начале вот это немножко развело. Ведь национальное чувство у империообразующих наций, у представителей этих больших наций, которые растворяют маленькие этносы, и национальное чувство маленьких наций, которые подвержены растворению, очень разное. Этнопсихология. Да, это трудно понять друг друга. Сразу. Есть люди, которые вот все понимают. Ну зачем я буду учить язык, где тут чуть больше миллиона людей? Я вот что, русский выучу? Из третьих стран приезжающие люди есть такие. Он вкладывает большие деньги в Латвию, он здесь развивает. Но он не хочет, чтобы его ребенок учился в латышской школе. И это где-то вот сидит на подкорке. Этот человек прогрессивный и многое мог бы для Латвии сделать. Вот это нам преодолеть. А маленький народ как-то все склонны и меньше уважать. Как я уже говорил, в Латвии латышский язык не подвержен опасности уничтожения. Но он недостаточно укреплен для статуса государственного. Он не выполняет этих функций. Вот это наша задача. Если он будет государственным полноценным на всей территории, вот тогда вот на века вот это останется. И пусть будут все национальности жить. Пусть они свою культуру сохраняют. Школы русские и прочее, пускай их больше будет. Пусть партии русские требуют от государства больше финансирования на русское образование. Как? Второе. Это же ведь плодить людей бесправных, если не давать им образование на государственном языке. Вот на что уже ортодоксальные люди, еврейская община Англии, которые до сих пор ходят вот в пейсах, вот, вот, в чепчиках, или вот, да, они уже ортодоксы куда больше. Еврейские закрытые школы, мальчики, девочки отдельно, все ну, как положено. Они изучают религию, и воспитываются в таких семьях, где закон о юрии. Но все они готовы жить в английском обществе, работать, учиться, профессию свою в английской языковой среде реализовать. Вот в этом. У нас это психологически нет этого. Поэтому и законы такие. Можно бы на это не обращать внимания, как говорю, как в Финляндии. Совсем. Шведы финны не мешают. Но самое главное, что и шведам не нужен этот статус государственного языка. Они его и так не потеряют, у них Швеция рядом. И также россиянам что даст статус языка? Только право не знать латышский. Культура-то ведь оттуда. Если здесь, значит, Латвия не может стать колыбелью для нескольких цивилизаций, говоря грубо и приближенно. Она очень маленькая, и она не создавалась из автономии. Дай Бог вот с Латгальцами разобраться. Поэтому надо восстановить языковую среду нашей территории. Это долгая работа. Потому что масса латышей, я знаю, у которых только латышская фамилия, имя и все. И язык они в быту не используют латышский вообще. В результате советской власти. Ну, как им сказать, это у великого Сталина было дальнее предвидение, отчасти правильное. Очень, так сказать, в русле их мечта большевиков о всемирной революции,
что в будущем в мире рано или поздно останутся четыре языка. Русский, английский, да, по-моему, испанский, французский, немецкий, уже не помню, четыре. Да. Я сам помню своими глазами с телевизора выступление Брежнева на очередном съезде, когда он в качестве достижения советской власти отчитываясь перед съездом, говорил примерно следующее, что в СССР стираются различия между национальностями и постепенно образуется новое социальное общество советский народ. Это формально, показательно поддерживалась национальная культура. Фактически, политика была направлена на это. Иммиграционная, языковая и прочее. И то же самое продолжает сейчас путинский режим. Вот и с отмены этого обязанности изучать в школе даже как иностранные местные языки в национальных республиках, автономиях. Это большая бомба под развал империи. Если Россия хочет сохраниться, им нужно наоборот. И в чем горе Латвии? Латвия не ратифицировала несколько пунктов Европейской рамочной конвенции о правах меньшинств. Так ведь, господин Рыжовец? Да. Да, это именно поэтому, что там оговариваются права меньшинств, которые исчезают. Латвия в другом положении. Латвийская нация не исчезает. Латвии нужно укрепить государственный статус и качество как государственного языка. И требуется в этом защита. А этого законы международные не предусматривают. Все заботятся о маленьких народах. И заботятся о маленьких народах, которые живут здесь. Но в Латвии есть только два народа, у которых нет своей государственности. Ливы и цыгане. Других латвийское государство признать нас меньшинствами не может. Это общины. Не хочет. Именно поэтому не хочет, что если признал их нас меньшинствами, нужно создать условия для самостоятельного развития этой культуры. Как я говорил, но Латвия не может стать колыбелью для нескольких цивилизаций, для нескольких... Это, что значит изолироваться от латышского языка? Сначала учеба, потом работа. А что дальше? Территория? Ну, территория у всех представители национальных языков есть, культуру есть откуда черпать и пополнять. Связи, обучение не запрещаются. То есть вывод, бороться надо не против изучения и образования на латышском языке, а за дополнительное изучение своих родных. И не только русского. Почему о русском, о русском, о русском? Каждый человек хочет сохранить в себе свою национальную идентичность. Сколько в Европе народов живут не у себя, так сказать, дома, и сохраняют. Есть еще один такой момент. Естественно, живя не в своей языковой среде, есть опасность потерять свою идентичность в следующих поколениях. Это осознанно. Но если кому-то важно, он это сохранит. У меня был разговор. Товарищ по работе, ЖБК-3 такое было, начальник цеха. После с первого съезда Народного фронта, так возмущенно. У меня, я не хочу, чтобы мои точки учили латышский. Я в седьмом поколении русский, а фамилия у него Англичанинов. Я этого не хочу. И какой вообще капитализм? Мои предки в Черном море капиталисты топили. Я не знаю, учат ли его еще точки латышский, думаю, что уже учат, потому что он первым приватизировал цех. И когда я уже занимался организацией альтернативных антикоммунистических профсоюзов, была такая попытка, но народ вообще не готов к этому. И мы встретились, я говорю, давайте профсоюзную организацию ячейку сделаем у тебя на цеху. Возмущению не было предела. Я ночами не сплю, я тут ворочаю, пытаюсь, стараюсь, а мне тут кто-то будет диктовать условия. Да боже упаси, готовый капиталист. Знаете, среда людей меняет. Так же, как среда советская изменила наш менталитет.
Также новая среда будет постепенно меняться. Вот как раз по теме, вот насчет среда меняет Советский Союз, допустим, что-то поменял, да. А Евросоюз ничего не поменяет? Сейчас дети массово учат английский язык, готовятся на работу за границу. Обязательно поменяют. Самое плохое, что мне не нравится. Это опять под угрозой латышский язык? И еще один момент. Суверенитет. Как сохранить суверенитет Латвии, если мы опять в каком-то союзе? Вот как? Из серии и вымоет латвийский солдат. Мы опять маленькая страна в большом союзе. Это его из серии вымоет латвийский солдат свои сапоги в Тихом океане. Ну, мы маленькая страна. Естественно, и обязательно будем под кем-то. В мире нет независимых полностью. Независимость от империи – это одно. А добровольное вхождение в добровольный союз с теми, кто нам в каком-то смысле нравится, жизнь чья нам импонирует, все мы зависим. Более того, мы благодарны, должны быть, Европейскому Союзу даже за то, что часть населения туда эмигрировала. Как мы здесь выживали после 50 лет советской власти, когда потеряли свое место в международном распределении труда. А чего хорошего то, что уехала половина? Они выжили. Понимаете, государство для народа. Но дело в том, что на их место сейчас приглашают, вот на Украине война, украинцы, беженцы приезжают сюда. Первое. Это меняется население. И опять угроза для латышского языка. Первое, это человек. Главное, чтобы человеку было хорошо. Он заработает, понравится, останется. А речь идет о детях, которым нужно учиться на неродном языке. Уже человек не главное, по-вашему? Уже язык государственный важный для вас? Дорогой, не надо ругаться. Изучение языка – это не нарушение прав человека. Вот есть еще один. Вот это большое заблуждение. Мы путаем вхождение в союз с экономическим рабством. То есть мы сейчас полностью зависим. И то, что мы вошли в Евросоюз, мы это просто отдали все свое последнее. Если позволите, я извиняюсь, сударыня. Спасибо. Меня зовут Игорь Ватолин, я журналист, занимаюсь общественной деятельностью, начинающий политик. У меня есть какой-то комментарий, потом будет вопрос. Комментарий такой, что понятное дело, что все мы каждым живем в нашем информационном коконе, по-разному смотрим на мир и вот воспроизводим очень разные взгляды. Я вот лишний раз убедился, как вот тоже человек, устраивающий какие-то обсуждения, что, конечно, нужна беспредельно жесткая формулировка темы и невероятно жесткое моделирование, иначе получается вот хотим как лучше, а получается как обычно. Вот. Поэтому, соответственно, в рамках жанра я бы тоже хотел поделиться своими соображениями. Слушая то, что здесь прозвучало, я сейчас занимаюсь тоже вот вопросами вот компетентностной реформы образования. И вот там, когда я смотрел теоретическую часть содержания образования по латышскому языку для 5 класса, там вот тоже говорится про разные языки, и в частности написано, это очень такие свежие данные, что в Латвии 91% населения, всего населения говорит на государственном языке. Правда, там указано, что на русском говорит 94% населения, для меня маловероятно, потому что как-то вот молодежи как-то так иногда натыкаешься, кто вроде и не говорит, но это вот содержание для 5 класса. Соответственно, я думаю, эти данные проверялись, поэтому, мне кажется, часть вопросов не стоит. Кроме того, вот в этом году впервые все экзамены во всех школах Латвии сдавались на государственном языке, и вроде каких-то особых протестов вот против этого не было. С другой стороны, в общем, я как отчасти эксперт в области образования, могу сказать, что вот сейчас школа как институт переживает системный кризис,
И, собственно говоря, вот, мне кажется, главная боль должна быть вот в сфере образования, это обсуждение, ну, того, чтобы сохранить здравый смысл в рамках вот этого школьного пространства, которое там в силу всяких разных причин, ну, как бы вот утрачивает здравый смысл и становится все более странным вот, с каждым годом. Но это отдельная тема. С другой стороны, вот тут упоминались империи, национальное государство. Вот мне кажется, что вот процесс перехода от национальных государств, вернее, от империи к национальным государствам, он проходил на протяжении всего нового времени и новейшего времени. Латвия включилась в этот, ну, империи разрушались, государства, нации возникали. Значит, если в империи власть дана суверену от Бога, то в рамках национального государства, государства нации носителем божественного откровения смысла выступает народ, и там написано очень много трудов, которые вот разъясняют, что это такое народ. И вот этот процесс, он, собственно говоря, Латвия в него включилась где-то вот в начале 20 века, вот мы видим, что Украина, Грузия, там, они вот где-то сейчас его проходят, то есть это не линейно. А России, я думаю, он еще только предстоит, вот Россия как национальное государство, очень интересная тема для дискуссии. Но с другой стороны, одновременно происходит какой-то другой процесс, который начался примерно вот с концом Первой мировой войны, вот столетие этой даты мы сейчас отмечаем, то есть началась вот реальная глобализация, которая затронула весь мир, когда вот представления вот о государствах-нациях, они как бы вот стали размываться, и не то чтобы исчезать, но вот как-то видоизменяться. И мне кажется, вот очень интересная тема это обсудить. Ну, кстати говоря, меняются не только вот отношения к институтам власти, но даже сама вот идентичность, вроде бы как быть просто вот там, не знаю, там представителем одной нации, одной культурной идентичности уже в мире просто нельзя. Особенно если ты живешь в небольшой стране, как вы совершенно справедливо замечали. То есть там в рамках одного индивидуального сознания очень гармонично или иногда дисгармонично соседствуют разные идентичности. Иногда люди на этой почве могут сходить с ума, но, как правило, они все-таки справляются и спокойно вот выступают такими человеками-оркестрами, более-менее соразмерными с все более усложняющемуся миру. То есть если человек вот живет в таком монологическом мире, говорит на одном языке, исповедует одну религию и уверен, что все остальные неверные и какие-то не такие, то он просто вот в современном мире, куда-то полетев, ну просто вот получит невероятную как-то вот волну агрессии. Вот, и ну, просто будет чувствовать, что весь мир враждебен, потому что он непонятен, разнообразен и так далее. Все это требует каких-то других способов навигации. И, кстати говоря, вот мне кажется, что говорить о людях, вот это вот латыш, это русский, ну вот я не знаю, когда я говорю сейчас с вами по-русски, я, наверное, русский, у меня первый язык русский. Если я говорю по-латышски, ну, не знаю, вот там, кто я, или по-английски. В общем, это вот, мне кажется, стоит говорить то, как вот Латвия может прирастать латышскостью, при этом, ну, если там рядом будет существовать русскость, ну, конечно, без английскости мы никуда не денемся, все-таки это лингва франка, а там и китайцы, глядишь, подтянутся. Ну вот, будем мы такими мультикультурными, разнообразными.
разными, но при этом я согласен, что вот латышский язык остается такой вот очень важным качеством и фильтром на этой территории, просто чтобы в наше управление не допустить никого ни с запада, ни с востока, вот именно латышский язык, латышскость, она выступает таким презервативом в функциональном смысле этого слова, который заставит всех, по крайней мере, напрячься, чтобы выучить наш замечательный, всех нас, безусловно, объединяющий латышский язык. Ну а при этом, если рядом распустятся тысячи цветов, я не вижу, ну, честно говоря, вот тут я уже оппонирую уважаемому Александру, я абсолютно не вижу в этом никакой опасности, потому что как-то встреча цивилизации уже состоялась в сознаниях всех нас. Мы все очень разные и многосоставные. И вот как решать проблемы этой разности, чтобы это не возникало конфликтов, а гармония, это отдельный, очень любопытный вопрос. Ну, наверное, на этом я закруглюсь, хотя у меня много всяких мыслей. Спасибо. У меня есть маленький пример для размышления на тему, о которой вы говорили сейчас, господин Анатолин. Швейцария. 26 кантонов. Кантоны с французским государственным языком, кантоны с немецким, итальянским, и в одном немецком кантоне есть латинский, рото-латинский язык, как они называют, ромаш. Это романс. Да. У каждого кантона свой язык, и хотя при каждом кантоне, так сказать, рядом государство, где кантон развивается, у них своя языковая среда. Но по закону об образовании во всех школах изучают язык своего кантона, язык одного из других кантонов по выбору и иностранный, который вне, ну, английский чаще всего. Три языка обязательно. Но тем не менее ромаш латинский, несмотря на все законы о равенстве, он постепенно гаснет. Но не удержать. Ну, мало осталось языков, которые могут позволить себя удержать. У латышского есть такой, такая возможность. И дело не в национальном составе населения. Дело только во владении языком этим населением. Тогда есть колыбель, куда латыши могут возвращаться или выезжать. Но культура эта останется. И главное, она останется развитой в ногу со временем. Она не останется в фольклоре. Она будет применяться в науке, в образовании, в государственном управлении, и язык будет живой. Но есть такой шанс. Потому что, как я говорил, ощущения маленького народа и большого разные. У маленького вот есть такая опасность в душе. Ну что ты сделаешь? Есть. Особенно после того, что прошло во время советской власти. Люди уже расходятся, наверное. Возможно. Нет, остается поблагодарить хозяина этого прекрасного помещения, потому что на самом деле здесь острая, но дискуссия получилась. Ну и пожелать вам будущих таких, да, дискуссий, потому что все, что говорится, как говорится, будет использовано против нас. Это хорошо. Спасибо всем участвующим. На Арт-Риге, это железнодорожный музей, с 27 ноября по 2 декабря. Уже пятый раз проходит Арт-Рига фестиваль, на котором 500 кресел. И такие же дискуссии, лучшие, что у нас есть, пройдут под эгидой культура как гарант национальной безопасности. И там министр иностранных дел, или кого-то есть вот выступление, приглашаем и по вторникам вот здесь, но главное, я хотел всех поблагодарить, что мы все ближе к такому созданию политической нации, что даже самые противоположные, очень проблемные решения сегодня прошли
И действительно, оппоненты были в зале, которые задавали самые трудные вопросы, пока не решенные. И я очень рад, что мы как-то приближаемся к такой единой политической нации. И спасибо всем.